Всем привет! Сегодня я расскажу о своей услуге, такая как разбор гардероба и зачем она нужна. Разбор гардероба нужен для того, чтобы перебрать все ваши вещи из этого сезона, выбрать только те, которые действительно вам подходят, и из них составить уже идеальные образы, которые вы можете использовать в любой другой день, подсмотрев в телефоне фотографии и понять принцип, по какому они были составлены. Очень часто у нас просто идет захламление вещей, и мы не видим того, что у нас есть какие-то еще интересные вещи, которые нам нравятся, которые мы можем использовать, чтобы составлять образы. Но мы просто их не видим за счет того, что у нас обилие вещей в образе, и нам нужно их отделить. Очень часто мы не замечаем в нашем гардеробе, что у нас есть достаточное количество вещей, которые мы реально можем носить, по одной простой причине. У нас такое обилие вещей, что мы просто не видим их правильные вещи от уже устаревших, порватых, те вещи, которые мы когда-то купили и даже ни разу не надели по каким-то своим причинам. Все это мешает нам видеть реальную картину своих вещей. Если же у вас другая ситуация, и вещей на самом деле у вас не очень много, и вам кажется, что вы знаете свой гардероб прекрасно, потому что вещей у вас не очень много, все равно важно делать разбор не по той причине, что вам что-то нужно выбрасывать. Все равно какие-то вещи будут выбрасываться. То есть все равно 3-5 вещей все равно пойдут на выброс, потому что они вам могут просто нравиться, какая-то сентиментальная привязка к ним есть, но по факту они уже на вас не работают. Поэтому от них нужно избавляться, и особенно нужен человек, который со стороны посмотрит на эти вещи и скажет о том, что их пора выбрасывать, потому что иначе самостоятельно мы к ним никогда не доберемся. Также очень важно при маленьком количестве вещей посмотреть на них всех в один момент для того, чтобы понять, что же еще вам нужно докупать в свой гардероб. Допустим, приходит новый сезон, как сейчас, это весна-лето, и хочется обновить гардероб, добавить что-то свежего, нового, весеннего, летнего, но не зная полной картины, реальной картины вашего гардероба, невозможно что-то купить, потому что вы рискуете опять попасть в такую же ситуацию, покупая новые фасоны, новые цвета, и в итоге у вас будет 10 одинаковых вещей, и вы будете носить все одно и то же. Поэтому услуга «Разбор гардероба» как раз нужна именно для того, чтобы посмотреть в целом на весь ваш гардероб человеку с беспристрастным взглядом. Так он сможет определить, чего у вас больше, чего у вас меньше, поможет написать шопинг-лист, и в следующий раз, когда вы пойдете в магазин, вам уже будет проще, потому что у вас будет уже целый список того, что нужно докупить, и поэтому вам не нужно будет, заходя в магазин, думать, а чего же мне не хватает в моем гардеробе? Ой, какая кофточка, пожалуй, я ее куплю, потому что она мне нравится. Нет, вы будете четко по списку, я ищу такую-то вещь, и только эту вещь в таком-то там цвете, фасоне, принте, размере и так далее. Плюс, после разбора гардероба у нас будет возможность составить немного образов, потому что уже просто может сил не хватить, просматривая все образы, какие-то новые сочетания из того, что осталось. И до тех пор, пока вы не купите новые вещи, и тогда только уже совмещать их с предыдущими в новых образах с полученными знаниями после разбора гардероба. Так что очень рекомендую все-таки подумать над тем, чтобы взять эту услугу для вашего же собственного, для вашей собственной же нужды, потому что мы очень много тратим денег на не самые нужные вещи, а то место, куда мы заходим, что есть наш гардероб, наш шкаф, наша спальня, каждый день, откуда мы начинаем свой день,
Про это мы не думаем, про это мы забываем, мы считаем, что у нас и так все прекрасно, мы умеем совмещать одежду. Оно-то может так и есть, и не значит, что у вас может быть ужасный гардероб или что-то в нем, там, не знаю, 90% уйдет на выброс. Нет, это просто значит, что человек со свежим взглядом, с профессиональным пониманием того, какой должен быть гардероб лично для вас, учитывая ваш характер, ваш стиль жизни, вашу работу, вашу деятельность, семейное положение, все эти факторы будут учитываться при оценке гардероба, потому что мы очень часто живем одной жизнью, а гардероб у нас этому не соответствует. И это неправильно. Поэтому не бойтесь звать стилиста для этой услуги, для того, чтобы просмотреть ваш гардероб. Никто вас не будет критиковать и говорить о том, что, боже мой, какая ты ужасная, почему ты купила 10 одинаковых футболок и ни одной из них не носишь. Все это определяется более психологическим путем, почему так произошло, что у вас происходило внутри в тот момент, принимая такие решения. Поэтому половина из этой работы это довольно психологическая и очень трудоемкая. 3 часов это обычно стандартное время для разбора гардероба, вне зависимости от количества вещей, потому что мы разбираем только один сезон нынешний. Это довольно тяжелый процесс, но поверьте, после этого вы уже на свои вещи будете совсем по-другому смотреть и на то, как вы их складываете, как вы их комбинируете. Вот. Так что очень рекомендую забронировать у меня сейчас услугу разбора гардероба. Пишите, и если у вас какие-то есть вопросы, обязательно обращайтесь.